Неделя азербайджанского туризма стартовала на международной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Согласно информации Госагентства по туризму, в течение 7 дней при поддержке центра Гейдара Алиева в Национальном павильоне Азербайджана состоятся различные мероприятия. Впервые на выставке будут продемонстрированы возможности агро- и гастротуризма. Также здесь представлена информация об устойчивом развитии и инновациях Азербайджана в экономической и социальной сферах, о строительных работах, проводимых на освобожденных в результате 44-дневной Отечественной войны территориях. Выставка, которая продлится до марта, является важной площадкой для презентации многочисленных туристических возможностей Азербайджана, отмечается в сообщении. Сегодня мы отмечаем важное событие. Это первая неделя Азербайджана на Экспо-2020 в Дубае. Мы приглашаем посетителей принять участие в мероприятиях, проводимых в азербайджанском павильоне. Есть возможность попробовать азербайджанские блюда. Также проходят презентации B2B. Следующая неделя Азербайджана состоится в ноябре. Мы будем использовать этот красивый азербайджанский павильон для продвижения Азербайджана и его многочисленных туристических возможностей.